Всем привет! Это Samsung Galaxy S21 FE, что означает S21 Fan Edition. В прошлом году Samsung представила нам S20 FE, а это уже второй такой, можно сказать, Fan Edition S21. То есть все передовые фишки именно флагмана по более доступной цене нам Samsung предлагает. Целых 4 разных цвета у нас будет. Это зеленый, фиолетовый, серый и белый. Продажи его стартуют 11 января. Версии 2, 128 гигабайт за 59 990 и 256 гигабайт за 66 990. Память не расширяется, у нас есть лоток на 2 нано-сим-карты. Присутствует сканер отпечатка пальца под дисплеем. Аккумулятор 4500 мАч и поддерживается, конечно, беспроводная зарядка. Если что-то захотели зарядить, тоже есть беспроводная обратная зарядка. Включаешь, сюда кладешь какое-то устройство, ну, например, те же самые наушники, либо, не знаю, какую-нибудь мышку беспроводную, если она это поддерживает. Кладешь, устройство будет заряжаться другое. По внешности. Прикольный такой, знаете, более квадратный дизайн. Меня приколол. То есть реально удобно. Экран у нас здесь 120 Гц, то же самое хороший самсунговский динамик AMOLED. Стеклышко Victus, ну последний горелый глаз. Камеры 12, 12, 8 и 32 мегапикселя. Видео снимает в разрешении 4К, 60 кадров в секунду максимально. Плюс, конечно, ну, все фишки флагмана, то есть там суперстабилизация и так далее. То есть по фото, по видео реально телефон годный будет. У нас есть, соответственно, широкоугольная камера, потом у нас есть обычная. Вот. И телефото. Вот так вот. Хопа, привет. Здесь у нас поддерживается Space Zoom до 30-кратный, короче, вот. Максимально, что можно будет рассмотреть. О, можно что рассмотреть. По влагозащите. IP68, супер, можно будет с ним купаться под водой, иногда там в бассейне положить, сделать таймер, он тебя сфоткает, заснимет, с этим вообще проблем нету. Сзади у нас вот эта вот усиленная пластмасса, так называется. Ну, не просто, конечно, пластмасса. То есть это хорошая пластмасса. Рамка у нас алюминиевая. Вот, как уже говорил, здесь Victus стоит. На нижней части первый динамик Type-C с быстрой зарядкой. Здесь у нас вставляется две сим-карты, микрофон, сверху микрофон. Сбоку клавиша включения очень удобная, регулировка громкости. Ну и сканер отпечатка пальца у нас под дисплеем, то есть просто нажали, хоп, телефон разблокировался, если вам это нужно. Есть распознавание по лицу. Плюс также есть Always On Display. Snapdragon 888, ну, мега-супер производитель, не знаю, здесь можно делать все и во все игрушки на максимум играть. Конечно, есть Samsung Pay, да-да-да, все это поддерживается. Ну, бесконтактные платежи, NFC, понятное дело, все это есть. Wi-Fi 6 уже используется, Bluetooth 5.2 здесь. Значит, ну вот по аккумулятору 4500 мАч стоит там, заряжается по проводу из комплекта 25 Вт, если будем заряжать беспроводным способом, то 15 Вт. Если будем что-то заряжать от него, 4,5 Вт. Из приятных фишек, которые здесь имеются, это стереодинамики. Ну, конечно, здесь очень крутой дисплей и плюс очень хорошее стерео. Для потребления контента, для игрушек вообще прям, ну, реально супер будет. Потому что очень хорошие, ну, вот один динамик здесь, он прям, не прям сверху, он здесь вот впереди дисплея, а один снизу. Здесь вообще ты его никогда так вот не найдешь, но вот он прям там маленькая-маленькая полосочка, то есть он находится вот в этой части. То есть здесь и разговорный динамик, и обычный. Вот всевозможные игрушки, вот динамик AMOLED прям супер. Звук объемный, то есть не пищащий, классный. Я думаю, что у вас единственная может быть претензия и у меня с вами вообще к телефону, что вот что, ну, наверное, только цена. То, все остальное здесь, ну, реально шикарно. Звук прокачанный KG. Ну, селфи-камера рассчитана на то, что будешь максимально себя фоткать. 32 мегапикселя, фронталочку засунули прям. Хороший. Можно хочешь так, можно хочешь приблизить. Видеозапись. Фронталка у нас 4К записывает максимально 60 кадров в секунду. Привет. То есть можно очень хорошие влоги писать, особенно 4К 60 кадров в секунду-то. Но тут уже, наверное, смысла нет, говорит, потому что когда уже S21 давно вышел, что крышечка там не стеклянная, пластмассовая. Здесь то же самое. Ну, усиленный там, по-моему, поликарбонат, как называется, вот так вот. Вот, что карта памяти теперь уже не вставляется. Здесь, конечно, тоже не вставляется, потому что это Fan Edition
S21. Хотя я бы как фанат, я бы сюда обязательно добавил поддержку карт памяти и стеклянную крышечку сзади. Хорошо, что он, знаете, такой небольшой, 6,4 дюйма дисплей. Ну, то есть, вполне себе комфортный телефон. И, кстати, не очень тяжелый. То есть, такой нормально прям в руке сидит. Главное, квадратненький. Ну, приятно прям. Ну, в принципе, и все, что здесь вам по телефону, ничего такого сверхъестественного не покажу. Все только набор характеристик, дизайн и цена на данный момент нас всегда интересует в телефонах. Пишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете про этот телефон. Также, если вы уже стали его обладателем и смотрите это видео чуть попозже, тоже пишите, как он вам, что вы здесь любите, что вы здесь не любите. Тем самым вы поможете людям, которые смотрят это видео и еще его не купили. Потому что люди смотрят обзоры телефонов или другой техники в двух случаях. Когда ты либо хочешь это купить, чтобы на это как-то посмотреть, либо когда ты это уже купил, чтобы понять, что ты купил. Чтобы порадоваться, что ой, а у меня уже такой есть. Вот. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Илья. До новых встреч. Пока, ребят.